Итак, дорогие друзья, мы подошли к моменту. Значит, прошло 12 дней, как мы начали заниматься сайтом. И что мы на сегодня имеем? Весь контент основной мы разместили. Там остались добавки, но они, в общем, в базовую версию не войдут. Поэтому есть часть материалов, которые, скорее всего, вы перенесете, потому что на данном этапе просто их бессмысленно размещать. Они не дадут никакого эффекта коммерческого и больше размещаются для того, чтобы увеличивать объем сайта. Что у нас остались за документы, чтобы было понятно? Всякие ответы на вопросы мы разместили. Мы разместили всю основную базовую информацию. Несколько статей текстовых. Описание по отбеливанию, лекцию по основным, всю, да, по всем основным продуктам. А затем у нас есть тексты, которые, скажем так, находятся около предметной области. У нас остались картинки. Вот к ним мы перейдем чуть позже. Я сначала хотел бы поговорить вот о чем. Значит, что теперь у нас есть на сайте? Главная страница. У нас есть вводный текст, его мы будем еще редактировать. У нас есть новинки. Здесь, скорее всего, заголовок будет длиннее. Ну, то есть это все уже в редактировании. Мы все разместили. Наша задача настраивать и приводить сайт к конечному уже варианту отображения. Все иконки правильно расставить. Может, какие-то еще поля мы тут добавим. Все настроить, выложить то, что действительно новинки, и что, на что акции. Проверить цены все. Это все будет чуть позже. Видеоролики. Несколько видео мы выложили. Вот есть кнопка «Все видео». Должна быть кнопка на главной «Все акции». И вот эти заголовки должны быть кликабельны. Вот что мы пишем сюда. 47-м пунктом. Заголовки на главной кликабельны. Заголовки разделов на главной кликабельны. В акциях кнопка «Все акции». Так, новинки акции у нас есть, видео. Все видео есть, бренды. Можно полистать. Да. Полистать можно. Ну ничего, описание мы сейчас всем добавим более полное, чтобы будет понятно. Скорее всего, здесь будет описание групп продуктов, которые входят сюда. Или каких-то перечислений разных свойств разных продуктов или их составов. Ну, в общем, что-то мы придумаем. Вопросы. Вопросы, очевидно, что на главное надо сворачивать. Ответы очень длинные. Ответы надо сворачивать. Отзывов надо больше. Это мы допишем. Это все дополнительный контент. Примеры использования тоже заголовки кликабельны. Тут есть статьи. Все эти описания мы настроим уже и приведем в конечный вид. Вот раздел новости у нас пока не затронут. Совершенно. Да, это до сих пор это обувь. Ну, неважно. Мы какую-нибудь новость придумаем. Я уже, по-моему, говорил, я разрабатываю генератор новостей, который позволил бы при вставке просто ссылки страницы подгружать автоматически поля, какие-то основные, ну как, например, картинка, заголовок, дата, автор, короткое описание, там еще какие-то, может быть, иконки какие-то и прочее. И наша задача стояла в том бы только, что мы выкладывали бы новости, копируя ссылки страниц. Это очень удобно. Это так существенно облегчает работу и ускоряет ее. Ну так вот, схема наша. Мы придумали схему свою. Использование продукции, которая у нас есть. Ну, она имеет по собой научную основу. Все продукты здесь кликабельны. То есть, если я кликну на продукцию, то он мне отсортирует. Также я могу переходить по вкладкам. Здесь есть базовая гигиена, Ген Плюс, профилактические программы, профессиональные программы ухода. Тут будет отображаться продукт, который сюда входит. Они тоже все кликабельны уже. При переходе подробнее я буду попадать в описание вот этого раздела. И он здесь будет включать описание продуктов, которые в него входят.
Мы все-таки заточены на коммерцию, поэтому для нас первично не подробности описаний, а они будут дублироваться на страницах, естественно. Это все мы чуть позже причешем. То есть этап заливки такой вот мощный, он закончился. Может быть, появятся какие-то еще группы или объем какой-то информации, который надо будет так серьезно заливать. А так, в принципе, мы переходим к редактированию. И в связи с чем я решил записать вот это видео параллельно с работой, да, можно сказать, в прямом эфире, чтобы осветить следующий вопрос. Да? Ну, то есть, что у нас? Бренды. Все бренды есть. Документы. Тут еще надо ковыряться, пока он просто открывает документы для загрузки по вот этим. А здесь еще должна быть галерея. Это программист там будет решать. Ну, видите, все уже загружено. 12 дней сайт. Ну так, окей, нет пока документов, просто блин, по-моему, тоже. Инструкции. Вот еще где обувной раздел, да. Нет пока инструкции пациентам. Тоже просто текста нет. Что-то мы вставим. Доставку мы начнем редактировать, как только пройдем по техническому заданию. Акции. Все акции, они будут настраиваться совместно с продукцией. Вот эти все баннеры, картинки. Поэтому здесь контент есть. Вот у нас получается 18 акций. И товары месяца я бы как-то еще выделил. Первое, что мы нашло, да, или как-то там, или вот здесь товары месяца. Акции и товары месяца. Скорее всего, заголовки, да, они поменяются просто. Здесь, по идее, должно быть о компании, но пока тут тоже обувной раздел. Но еще много, видите. Сайт объем просто очень большой, поэтому есть разделы, которые... Ну, то есть, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. 14, 15, 16, 17 разделов. Обычно делают 8. А у нас как бы меню двухуровневое, такой объем. Так, контакты. Ну, контакты все тоже работают. Двойная почта, все настройки, обратная связь есть. Видеоролики. Мы загрузили.